театральная репетиция. Все отлично. Вот такое взаимодействие должно быть. Вот и весь минуэт. Значит, с Вивальди мы, я надеюсь, поняли друг друга, да? Моцарт. Дивертисменте. Вот все, на этом у меня клавесин. Временно на сегодня работу заканчиваю. Но ты еще понадобишься. Попробуем. Проверь строй. Проверь. Если ты думаешь, что он у тебя настроен, ты глубоко ошибаешься. Вообще на это никогда не стыдись, потратить время. Начинаю играть, а понимаете, ты анекдот рассказываешь. Как, нормально? Так расскажи для всех, вместе посмеемся. Ты знаешь, сколько мне сегодня заряда включили? Пошли, пробуем. На меня посмотрели. В желтой рубашке ноты поворочите. Ребята, ноты поворочите, вот эти. Thank you.
на место. Все садятся. Тихо. Все рассаживаются. Виталик, Виталик, сейчас без меня. Сыграйте дивертисмент Моцарта. Понял? Ну, в общем, как на концерт. А я тут просто мы тут сами ищем баланс и все остальное. Попробуем. Нет. Оля, надо снимать? Моцарт. Аллегро из дивертисмента Б-дур. Thank you.
На меня посмотрите. Дирижер. Да-да. Вы можете зайти и тоже послушать. Могут ребята послушать, что они там натворили? Вы все вместе? Ну, не всех вместе, но хотя бы представителей. Ну, давайте представители. Фракции. Да. Концертмейстер. Концертмейстер. Ты можешь идти тоже. Юля, без тебя никуда. И ты подойди. Михаил. Поговорили между собой, впечатления какие-то. Вы знаете, ну, понятно, да? К сожалению, мы это не можем оставить вообще, у нас там технический дело. Ага. Поэтому ну, хорошо. Мы запишем еще. Да, да, хорошо. Сейчас они поделятся впечатлениями со своими коллегами. Ну, в целом, мне это нравится. Не знаю, по-моему, нормально, да, по настроению, по всему. Да. Вот это самое главное. Да, есть жизнь. Да. Ну давайте тогда еще повторим. Да, давайте. Дальше. Что-нибудь сказали они? Моцарт, аллегро из дивертисмента Б-дур. Дивертисмента Б-дур.
что тот дубль был в чем-то получше этого. Давайте еще дубль. Давайте еще дубль сыграем. Давайте. Я скажу запись, дубль 2, вы можете через паузу. Без всяких объявлений, да? Хорошо. Одна просьба, когда я говорю вот эти конкурсные места, когда по штрихам вы играете, ну пообщайтесь друг с другом, понимаете, нет? Не надо смотреть на меня, что я тебе скажу. Ушки есть, глаза есть и все. Помогите друг другу, то же самое вы. Верночевич, все время слушайте себя в квинтете. Все, готовы. Проживите все вместе. Можно, да? Да. Внимание. Там дергай. Ход, поводи ручкой по кнопкам. Нисходящий, сыграйте. Вот сейчас поняли. Раз, два. Четвертый год работаю. Правой рукой. Левой. Пошевели. Чистота линии, как болезнь. Значит, или Плесецкий, или ты вот танцовщица Маша. С третьеразрядного сабаре. Раз. Смотрел налево. Полюбуйтесь еще ближе к глазкам. Ах, прекрасно. Запись. Вивальди. Анданте и минуэт из маленькой симфонии. Thank you.
Thank you.
Улыбнись мне. Пошли, послушай. Ну, отдохните чуть-чуть. Оксана, подсоединись к нам. Денис, может, подойти тоже. Слава, отойди. Лиля, уходите. Мы играем Вивальди сначала. Спасибо. Thank you.
Минуэт, третья часть была очень хорошая. Смотрела влево. Головка влево. Оля, отойди. Полосатик, на меня посмотри. Она идет с ней. А. То есть она не нужна. Смотрим, будет на завтра не видим. А твоя играет это? Нет, одновременно с серединой и сверху. Сначала не середина, а потом не сверху. Третья с ним. Одновременно низ и середина. Ну, разворачиваемся.
на меня повернули стадо барашков. Барашки ушли пастись. Саша, чуть-чуть его брови, поверни еще. Паси просто, чуть-чуть брови. Во, закопаем. Да, да, хорошо, хватит. Давай, весне, подожди, ну ходи, поиграй еще. Вверх и вниз. Одновременно с ним. Thank you.
хорошо. Знаете, мне надо послушать. Сами спокойно, медленно пройдите. Thank you.
сидите? Что же вы там так боитесь? Играйте свободнее. Добрый день. Очень собран. Романс. Итальянская ария.
вы же сумасшедший, вы же должны их слушать, ты понимаешь? Перпетуум мобиле. Считаю, что записали. Ария. Что? Итальянская ария. Инструментов. У вас ритма нет. Мы даем вам один темп, вы играете совсем другим. Тарарам, тарарарам. Раз, два, три, четыре. Дайте им еще раз пиццикат. Джоплин, рэг-тайм. Thank you.
Браво! Романс! Итальянская ария. Итальянская ария. Итальянская ария.
все на три минуты, да? Ну, я готов на них сломать. Ура! Встали и выходим все. Все в сад. Завтра. Все выходим. Завтра. В 9 утра. Да, только вы должны встретить, чтобы... Вы поняли, да? И все должно быть у нас к 10 уже расставлено. В музыкальной гостиной. С 10 до 2 у нас там репетиции и записи. Что, как вам завтра? Пошел, дорогой. А как нам завтра вечером выступать в оперном театре без вас? Как нам завтра? Ты можешь быть свободна. Ты лично. А тебе Эдуард Викторович сегодня все расскажет. Он в курсе событий. Да? Да. Точно. Абсолютно. Все. Репертуарчик у нас вы от Вивальди, да? И до еще Чайковского. Да. 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 Вот 17-го я хочу, чтобы она порепетировала. Я всех дезориентировал, потому что я думал, что мы будем здесь, что они придут сюда. Значит, мне надо... Да, да. А вот сейчас у меня, если я вам скажу, что только работа начнется в лицее. Вот сейчас, да? Да. Сейчас меня ждут там три дворцовых ученика. Без спирта они придут. Но у меня всегда есть что. Я сейчас примерно. А я тут оставлять все. Коля. Асоля. Мне нужно для этого просто отдельно, это заход на 20 минут. Чайковский, струнная серенада, там и леди, и финал, ликующий. То есть это... Я...
А после него я могу писать. Так, ребята, пошли в дверь туда, на выход, уходите. Идите в дверь все. Все в сад. Ребята, выходите, выходите, выходите. Я так посмотрел, думаю, нормально. Давайте, давайте, все уходим. Выходите. Молодец, помахала. Помаши, мальчик. О, молодцы. На аэропорту провожаю. Thank you.
очень легко и изящно. Это образ. Но мне каждый лишний человек, сидящий, да? А? Да. Но слишком много посторонних звуков. Поэтому партия должна быть перепечатана, это дело твое, или переписано, так, чтобы тебе было удобно, конечно. До, не гони. Хорошо начинаешь, легко, до конца просто. После напора просто легко, но не быстро. Здесь вам только импульс очень важен. Тих-пам-шпам. Играйте чисто. Хорошо, еще раз прогоним финал. Внимательнее будьте. Бери консультацию профессионалов. Внимание. Раз, два, три. Thank you.
Yes.
Сейчас ты это получишь. Это... Третью часть давайте возьмем. Энергичный посыл. Миссионер. Это подтянуться и включите ваши глаза. Пожалуйста. Можно, да? Раз. Thank you.
Ну вот. Понимаешь, от тебя все время исходит содержание. То есть про что ты интонируешь, про что ты играешь. Понимаешь меня? Сейчас было немножко больше техники, чем осмысленность. Понимаешь? Но вот то место ты сыграл блестяще, правильно, по штриху. А там это мелочь, ерунда. Уж не получилось. Теперь оркестр. Вот вы в финале заиграли именно в том накале, которым нужно играть всю третью часть. Чем тише нюанс, тем мы говорим, что характер нужно обязательно играть более выразительно. И у вас есть такое место. И помните это место? Сыграйте, что на пьяно. Это же, как понимаете, иглоукалывание. Раз, два, три. Дослушай. Вот тогда действие получается сквозным, понимаешь, да? Если штрих совпадает, если ты нас выводишь на нужный характер, ты по времени все делал точно, ты просто не успевал немножко доинтонировать. И казалось, что ты чуть-чуть не дослушиваешь, ты понял меня? А так очень хорошо, оркестр отлично,